Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Столкновения змей и домашней птицы обычно заканчиваются победами первых, во всяком случае, если в схватке участвует кобра. Это весьма опасная змея, перед которой, казалось бы, просто нет шансов у кур или уток. Но этот пример показывает, насколько упорным может быть сопротивление такому противнику со стороны курицы-мамы. Кобра заползла в курятник, где жили утки и куры, причем многие из них были совсем птенцами. Именно ими и рассчитывала полакомиться змея. Однако задача поглощения пернатой добычи оказалась не столь простой. На пути у кобры встала курица-мать, готовая защищать цыплят до последнего. Сами птенцы выглядят растерянно и беззащитно. Но благодаря спасительнице их положение не столь печально, как это часто бывает в схожих ситуациях с другими детенышами. Несмотря на упорную защиту курицы, змея занимает боевую позицию с расправленным капюшоном и в готовности атаковать. И вот началась серия нападений. Курица отбивала атаки самоотверженно и успешно, что в итоге сломило дух кобры. Более того, рассвирепевшая птица сама принялась яро атаковать змею клювом и когтями. Схватка завершилась сокрушительной победой курицы-мамы, которая не позволила причинить птенцам никакого вреда. Кобра уползла, так и не сумев нанести какой-либо заметный урон. Хотя взрослая птица вполне может противостоять змеям. Именно в условиях курятника со слабыми детенышами подобные столкновения часто заканчиваются выигрышем нападающих рептилий. Эту ситуацию можно смело отнести к исключениям, по той причине, что у защищающей птицы сработал материнский инстинкт, и она с диким рвением стала оборонять потомство. К слову, подобные героические поступки со стороны родителей в животном мире встречаются довольно часто, и даже с более ощутимой разницей в шансах на победу. А как думал ты, кто одержит победу? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.